Оригинальный способ уборки снега очевидцы засняли на улице Котина. Вместо привычной лопаты мужчины решили воспользоваться скребком, который соорудили из картонной коробки. Один из кулибиных остается на дороге, второй забирается на крышу. Прикладывая минимум усилий, конструкторы безопасные в считанные минуты очищают киоск от снега. Пользователи тут же посоветовали приобрести изобретение работникам ЖКХ. Будут ли челябинцы патентовать свое открытие и запускать в массовое производство, не сообщается.